Привет, банда! Убедитесь, что вы подписаны на мой канал. Кнопка подписки должна быть не красная, а серая. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Привет-привет, друзья! С вами я, Кекс, мультипульти, всем вкусняшек и мороженок, и сегодня GTA 5, друзья, FNAF, ваши любимые аниматроники. Итак, я сегодня поиграю за детей-аниматроников, друзья, маленького Той Фредди и маленькую Ципу. Итак, смотрите, где мы находимся? Угадали, друзья? Да, это пресловутая лаборатория бабки Гренни. И маленькие аниматроники без спроса втайне от родителей узнали, что бабка Гренни делает, знаете кого? Among Us. Кстати, я поздравляю мистера Фоника и Дымчика Милого. Они попали в царский комментарий. Если ты хочешь попасть в царский комментарий, поставь лайк, подпишись на мой канал и напиши царский комментарий. И ты в него попадешь обязательно. Итак, друзья, мы возле лаборатории. Бабка Гренни начала изобретать Among Us-иков. Да, друзья, вы представляете? Among Us. Я в шоке. Такого я даже не думал, что это возможно появится в GTA 5. Не очень страшно, Фредди. Тихо-тихо, спокойно. Так, друзья, сейчас... Блин, что-то происходит. Видели какие-то... Блин. Смотрите! Это правда? Это правда! Ля! Голова! Капец, друзья, голова! И шевелится! Офигеть! Давай не пойдем, блин! Тихо-тихо, спокойно! Блин, еще одна! Друзья, это все неспроста! Смотрите, уши, кепка, сзади рюкзак, кислородный и половина, и все. Блин, еще одна. Блин, а почему они в полу? И почему они шевелятся? Фредди, я боюсь, пошли отсюда. Да Ципа, успокойся. Это капец. И вы только посмотрите. Они очень похожи на Among Us, друзья. Ладно, давайте, давайте продвигаться. Посмотрим, что же происходит. Блин, они тут на каждом шагу. Фредди, мне плохо. Там какое-то излучение. Да Ципа, тихо. Спокойно. Друзья, это капец, вы видите? Действительно, что-то происходит, какое-то излучение. И эти Among Us-ики, блин, они какие-то странные. Почему они наполовину в полу? Блин, смотрите. Живой. Ля, смотрите. Among Us Фредди. Блин. Точно, друзья. Смотрите, бабка Гренни изобрела. Куда делся? Вон он злой! Уничтожу вас! Блин! А ну не подходи! На! Ах ты гад! Получи! Ах ты гад! Напугал меня! Получи! Давай, гаси его, Ципа! Офигеть! Блин! Друзья, в GTA 5 появились! Among Us Freddy! Офигеть! Только они злые, друзья! Блин, надо сваливать! Типа, погнали! Да! Наконец-то послушал меня! Блин, друзья, офигеть! Живые! Блин, тут еще какая-то радиация, вы заметили? Какое-то странное излучение! Иди сюда! Иди! Блин! Ого! Офигеть! Ах ты гад! Не бей Фредди! Не трогай его! Офигел! Ах ты, Among Us! Офигеть, друзья! Блин, Фредди, а ну! Да блин! На, вот так вот! Получи! Блин, офигеть, машину! Давай, Ципа! Да, надо сваливать! Получи, друзья, офигеть. На! Гад!
Бабка Гренни, друзья, изобрела Among Us в GTA 5. Блин, сколько тут? Офигеть, друзья. Ого! Мамочка, на помощь! Капец, дави, Фредди! Ого! Ого! Сваливаем, друзья! Нифига себе! Давай! Жми на педали, пока не дали! Офигеть! Я в шоке, друзья! Если вам понравилось эти приключения маленьких аниматроников, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите крутой комментарий и поделитесь этим видео с друзьями. Ну что, все, друзья, с вами был я, Кекс, Мультипульти, всем счастливо, всем покедовал!